Всем привет, друзья! Часто густо мы попадаем в неловкие ситуации с нашей одеждой. Иногда пачкаемся, иногда где-то куда-то можем сесть, так что остаются определенные пятна, или проливаем что-то на одежду. Ну, у меня вот следы краски на вот таких вот белых шортах. Сегодня будем эти шорты немножко спасать путем покраски или перекраски в иной цвет, но немножко оригинальным способом. Смотрим дальше. Итак, друзья, что нам понадобится для покраски? Во-первых, то изделие или ткань, которую мы будем красить. Во-вторых, обычный краситель. В данном случае это анилиновый краситель черного цвета. На объемы воды рассчитаны 10-15 литров. И в-третьих, какая-либо емкость, которая вам будет удобно красить ваши изделия. Но для нашей оригинальной покраски мне будет еще необходима обычная или капроновая нить. Итак, друзья, что мы делаем? Мы плотно перематываем наше изделие капроновой нитью в нескольких местах. Очень плотно, нужно с натяжечкой это все сделать. Сама схема, по которой нужно натягивать нить, это суто ваша фантазия. Где вы хотите интересный рисунок получить на изделии, там и перематываем. Перематываем в такой степени, чтобы аж пальцы, нитка в пальцы врезалась. Вот. Делаем натяжение с такой силой. Там, где нам нужно освободить ниточку, закончить, то просто делаем узелочек плотненький и намертво это все завязываем. Потом мы все равно будем нитку нагло срезать, не будем ее экономить. Нам это ни к чему. Сейчас сделаем, вот смотрите, у нас есть карманчик, да? Вот, в брючках. Это джинсы у нас такие себе. Джинсовые шорты. Вот сделаем, например, сейчас, если мы сейчас вот этот угол вот так вот пережмем, то у нас будет как бы карман, ну, потом цветом вот так вот выделяться. Давайте акцентируем внимание на вот этом вот, да, и вот так вот его пережмем. И плотно это все хозяйство перетягиваем. Натяжение должно быть очень серьезным для того, чтобы нам придать здесь такой себе. Ну, закрываем доступ к краске вот к этому участку, который мы перематываем. То есть под ниткой, по идее, должна оставаться, если не белая ткань, то хотя бы сероватая. Я планирую, что она останется беленькой. Ну, возможно, она подкрасится, но на фоне остального изделия это будет намного светлее участок. Ну и таким образом получим интересный рисунок. Получился вот такой вот ужасный комок ткани с нитками. Ну что ж, побежали красить. Вот, друзья, два экземплярчика вот таких вот белых штанишек у меня. Две пары шорт, опускаем и красим. Красим в течение часа, не доводим до кипения, постоянно перемешиваем и перекладываем эту одежду с ног на голову. Ну, как-то так. Так, друзья, вот наш материальчик уже окрашен. Красили его около часа. До кипячения не доводили, но красился он при высокой температуре. Давайте посмотрим, что у нас из этого всего хозяйства получилось. Срезаем это все ножницами, небрежно срезаем. Ну, аккуратно, конечно, чтобы не порезать ткань. Вот. Скажу вам так, что я красил две пары шортов или брюк, как вам правильно сказать. Две пары было окрашено. Вот. Ну, посмотрим, что у нас из этого получилось. Ну, как видим, вот такой вот рисунок у нас получается. Осторожно ножничками, чтобы нам не пораниться, чтобы не порезать ткань лишний раз, не проделать лишнее отверстие ненужное.
Можно также срезать наш уголок и просто потом размотать это все хозяйство. Но мне проще, конечно же, ножницами. Так, нити все в сторону. Так, еще один узелочек сзади. Ну, вот такие вот. Вот такие брюки у нас получились. Итак, друзья, вот что у нас получилось из наших белоснежных шорт. Получилось вот такие вот оригинально окрашенные брючки. Итак, если видео было вам полезным, ставьте свои пальцы, лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что смотрите. Всем пока.